sahibi bir kişi Efir'de. Daha girip gülüp verirseniz der ya Firge. Efir'imde kişi yok o. Nurdin Rısaliyev, assalamu aleyküm. Nurdin Rısaliyev, bir gına kişi. Эфирде поделиться, поделиться, какой сос он до эфир Герго Брук говорит мне. Мене ме эфирде айтарин, тепта гуру тұрандар гуру олат та башынан. Мен азы бұл эфирде орыс часынан жүргізем, анкені бізде шарда жалғыз ғана орыс жүргіншілер емес, қыз жүргіншілер де емес, бөлек ұлттағы жүргіншілер бар. Сондықтан мен расми тілінде айтам. Вот, уважаемые подписчики, Насип Джумагулов, ассаламу алейкум. Уважаемые подписчики, уважаемые фейсбукчане, я хотел бы этот пост, с этим постом обратиться к водителям автобуса и сказать словами водителей автобуса, которые ездят, курсируют на вот этих зелененьких автобусах, и сказать им, вы что, дебилы, что ли? Эй, менер барусь лично, шопрлар, автобусом шопрлар. Вы реально дебилы. Вот маршрут кайданда, айдайсыңдар да, бүтпарыңдар шо, маршруткадан келіп, оша қолтырып қалдыңдар да. Вы все с маршруток, наверное, ездили на маршрутных вот этих такси, на мерседесах, и сейчас все сидите на автобусах. И что вы делаете? Посмотрите. Что вы делаете? Затор, вы ездите на этих автобусах, как будто на этих маршрутных такси. Где хотите, там останавливайтесь. Возле ЦУМа, остановку возле ЦУМа вообще невозможно. А это автобус. В советское время существовал целый БТП, который смотрел. Если вы подъехали на автобусе, первый стоите, то вы проезжаете дальше, чтобы не мешать следующему автобусу. А вы как на маршрутках вот так вот становитесь между друг другом. Я понимаю, вам зарабатывать надо, я понимаю. Но маршрутный такси, это же не маршрутное такси, оно коротенькое, а это длинное. У вас невозможные заторы, понимаете? Невозможные заторы. Невозможные. Вы резко вот так едете на автобусах этих и резко тормозите. Резко. Ай, уятта, автобус айдан джиттер. Ой, следуя маршрутка айдан дайли, айдан отасынарго. А остановка келдіңе, тринде жылатте, тринде жылып. Анан осы жылғаннан кейін, анан осы жақта тұрат монтып. Ана кейін елді шығарады, елді ақырын мұндай алып барады. Сілер осы момтүлі аруля, маршрутка айдағанда әлі аруля, бір біріңермен жарысқандай қаласыңар. Беттен бар ғой, сілер елді, елменен бартасыңар. Ақымақсыңар ғой сілер, ай. Қызықсыңар ғой жігіттер. Не, мұндай, бұл маршрутқа емес та, мен түсініп отам, барыңыз маршрутқа айдап жүріп, емі автобус өтіп кеттіңер. Емі әрбір өңірді түсініп отам, бала шақаңарды бағыш керек, тура. Анын барын, бірақ ұшындай, мұндай, кіде, жол ережесін сақтасыңар болу. Уважаемый водитель, вы же можете немножко соблюдать правила дорожного движения. Ну зачем? Вот тут на голом примере невозможно. Из-за вас сейчас заторы получаются. С маршрутными такси были, с маршрутками ездили. Тогда начинали. А вы как на маршрутках, вот так вот, между собой. А, вице-мэр или мэр, Айбек, инспекцию поставьте какую-нибудь, которая будет показывать, что ездим на остановку едет маршрутный это автобус, то он, если он один из первых, маневр посмотреть, чтобы он проехал дальше, ближе к автобусной остановке, вон туда проехал, следующий за ним пристроился. А они вот так между собой друг друга закрывают, вот так вот становится, дорожный затор идет. Уятта.
таксилер деп, таксилер эмне кылып атасыңар? Вообще кошмар деп салдыңар. Ошончо урматтуу достор, урматтуу мэр, шаардын мэри. Ошонго кишине көңүл буруп койсоңуздар, ошо тиякта силердин кол астыңарга бир инспекция бар болуш керек. Ошол инспекция менен бир карап көрсөңөр, суунун чоң-чоң жерлерде бири бирин монтуп кысышып автобустар токтойт. Бул деген ансыз эле мындай жолдоруңузга батпаган нерселерди машинелер батпайт. Эми машинелер батпагандан кийин эми ошол жакта жолдор жок дегенде момундай каратып койсоңор болот. Уважаемый мэр, уважаемый вице-мэр, вот, Джамалбек, поздравляю тебя, ты пришел, досум, туда опять. Ну, у вас есть, под вами есть какая-то инспекция, которая может хотя бы совместно с сотрудниками государственной дорожно-патрульной службы вместе упорядочить и научить их, чтобы автобусы вот по очереди стояли, не друг другу вот так вот не заезжали. Или же сделайте переэкзаменовку этих автобусников. Так нельзя делать. Когда-нибудь собьют или какой-нибудь ДТП будет, кто будет отвечать? Большое спасибо, уважаемый мэр, вы, надеюсь, меня услышали. Ассаламу алейкум, жакшы болуңуздар.